На ремонте канала в сельском округе Боген сейчас трудятся более 80 человек. Им предстоит уложить бетон почти на 4 километрах. Как заверяют подрядчики, работы идут строго по графику. ТМК Туркестан магистраль канал. Мы должны забетонировать 3 километра 770 метров канала. Нам по тендеру выделили 1 миллиард 770 миллионов тенге. И на сегодняшний день мы забетонировали 2 километра. Все работы планируем завершить в декабре. Местные власти и жители с нетерпением ждут окончания работ. Дихкане рассчитывают, что уже с началом следующего года получат долгожданную поливную воду. Мы также предусмотрели в этом проекте строительство и установку отводов, чтобы в весенний период при паводках местное население было в безопасности. После запуска этого объекта местные власти намерены излишки воды перенаправлять и в соседние населенные пункты.